водить автомобиль может научиться любой человек. Но шофером называют только такого водителя, который перевозит не свою семью, а других людей или какие-нибудь грузы. Рабочее место шофера – кабина автомобиля. Его руки всегда на руле. Ноги на педалях. Перед глазами приборная панель. Все это есть и в легковых автомобилях, и в грузовых, и в автобусах. Место для пассажиров называется салоном. В легковой машине он небольшой. А в салоне автобуса могут поместиться десятки человек. Шофер автобуса должен не только хорошо вести машину, он также заботится об удобстве и безопасности пассажиров. Сейчас люди работают и учатся так далеко от дома, что пешком не дойти. Поэтому работа водителей автобусов очень важна. Водители грузовых машин привозят необходимые материалы на стройку. Специальные дорожные машины наводят порядок на проезжей части улицы. Помощь шофера нужна и бригаде скорой помощи, и пожарной команде, и милиции. Умелая работа водителя позволяет быстро попасть на место происшествия. Шофер не только соблюдает правила дорожного движения, но и всегда очень внимателен в потоке транспорта. Чтобы машина была исправна, необходимо бережно к ней относиться и постоянно следить за двигателем и другими механизмами. Хороший водитель должен уметь подкачать колесо или выполнить другой мелкий ремонт. И, конечно, вовремя подкормить своего железного коня топливом на бензозаправочной станции. Теперь шофер может снова отправляться в путь.